приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. На днях родила ребенка, после этого у меня был юбилей, 35 лет. Поздравляю вас с днем рождения. Муж не подарил ничего, кроме цветов и шариков. Не знаю почему, но меня просто гложет обида на него, не могу никак успокоиться. В мой день рождения сказал ему цветы и шарики, я решил без подарков, а то и так слишком много впечатлений. Вот эта фраза меня убивает, если честно. Помогите как-то перестроиться. Сочувствую вам, аноним, в смысле того, что вам тяжело, вот, сочувствую вам. Но в первую очередь нужно, наверное, все же разобраться в том вообще, что происходит, да? Вы на днях родили ребенка. Как вы к этому относитесь, как вы это воспринимаете, что значит рождение ребенка для вас, что значит рождение ребенка для вашего мужа. Вот, далее, в каком состоянии эмоциональном, психоэмоциональном вы подошли к вашему юбилею? Были ли у вас друзья, гости и так далее? Вы пишете, муж не подарил ничего, кроме цветов и шариков. А в каком он находился в состоянии? В каких отношениях были с ним вы? Все ли у вас было в порядке, все ли вас устраивало? Говорили ли вы ему о значении для вас юбилея? Или просто чего-то от него ждали? Не знаю почему, но меня гложет обида на него. Очевидно, что вы от него чего-то ожидали, но никак. Судя по всему, это не выразили, да, вот, значит, в первую очередь обиду необходимо выразить и прожить, вот. Потому что, ну, вот, вас она на данный момент отравляет, скажем так. Дальше. Мой день рождения сказал, вот цветы шарики, я решил без подарков, вот эта фраза меня убивает. Что вы имеете в виду, говоря о том, что вас это убивает? То есть вас это обесценивает, вас это расстраивает, вас это как-то унижает, может быть. Вот, а что вы имеете в виду? Давайте попробуем разобрать этот момент. На мой взгляд, это довольно-таки важно, скажем так. Дальше. Помогите перестроиться, пишите вы. Вот интересно, очень интересно, что вы имеете в виду. Говоря, перестроиться это как? То есть адаптироваться, подстроиться под мужа или что? Понимаете? Есть ощущение, что ребенок стал потрясением для вас, для вашей пары, если ранее никаких конфликтов не было между вами. Вот, есть ощущение, что ребенок стал потрясением, и, соответственно, для вашего мужа, и для вас, в том числе я тоже. Вот. И, соответственно, это вот таким вот образом повлияло, да, на поведение вашего мужа. Вот. Но есть также, на мой взгляд, весьма тревожные сигналы о том, что вы невнимательны к своим чувствам, да, потому что вот
чувство обиды, которое у вас сейчас есть, не могу появиться только в этой ситуации, то есть очевидно, что раньше у вас что-то такое было. Вот, очевидно, что раньше вы как-то вот чувствовали неудовлетворенность. И вот ничего с ней, получается, вы не делали с этой с неудовлетворенностью. Никак. И не выражали свои вот чувства, никак не проявляли свои эмоции. Вот, поэтому тут тоже нужно этот момент корректировать. В целом, вот обиду, да, необходимо прожить, вот, и адекватно выразить вот, своему мужу, и я думаю, что ситуация нормализуется. Вот, если нет, конечно, никаких конфликтов более глубоких, так сказать. Понимаете, да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, обращайтесь за помощью. Всего вам самого доброго.